Всем привет, дорогие друзья! С вами канал «Взрослое детство», ведущий Дрон. Сегодня у нас будет на канале небольшая такая распаковочка, обзор. И в дальнейшем попытаемся подключим его к консоли. Вот микрофон специально для этого я его и покупал. Ну, можно в дальнейшем будет попробовать подключить его и на ПК. Вот. Но первоначальная цель — это была PS5. Итак, поехали. Вот такая коробка. Это микрофончик Fifine 8. Вот она. Вот. Тут так все написано, показано. Короче. Поехали. Нас в коробке что ждет? В коробке нас сразу встречает макулатура. Есть такое краткий мануальчик. Краткий мануальчик, который нам показывает схему устройства. Ну и короче, что, как, куда и зачем его тут крепить. Вот. Так его можно вот использовать как и настольный, и можно подкрутить его к штативу. Вот в инструкции указано, к стойке журавль можно подключить, да? Вот. Ну, я не знаю, надо будет погуглить. Если его можно будет прикрутить на пантограф, вообще будет идеально. Как-то так. Кому интересно, могу потом фотографии положить. Так, поехали дальше. И у нас тут капец. Застряло что-то там у нас. Так, такая вот коробочка. Вот, ну тут чек, ну, сам, можно сказать, микрофон, да? Вот, вот. Шнур Type-C USB. Вот, это поп-фильтр в комплекте идет такой вот. Там смайлик нарисованный, да? Так. Потом сам микрофончик. Блин, ну микрофон такой, я вам скажу, увесистый. Так, он отпущен. Тут он регулируется. Кстати, с помощью вот этого, вот если вот крутить, я так понимаю. Так, вот это вот на паучку резиновые, да, уплотнители, которые будут, допустим, если у вас будет стоять на столе, вот там вибрация какая-то будет, оно все будет гаситься с помощью вот этого вот резиновых ножек, так сказать, или как их правильно называть, я не знаю. Вот так, сейчас более подробнее мы к микрофону вернемся. Осталось у нас тут вот видите, вот такое вот крепление, которое, я так понимаю, это вот берется, вот это вот откручивается, вот эта вот стоечка, и прикручивается это вот штука. Вот так. А еще, ребят, такой нюанс, смотрите, короче, вот пункт 7, разъем Type-C для подключения микрофона к компьютеру, дроп консоль, да, и внизу видите примечание, кроме Xbox. Почему так, блин, интересно просто знать. То бишь, это к Xbox его не подрубить. И, кстати, да, тут указано вот шарнирное крепление для установки микрофона на стойку журавль. В комплекте оно не идет. Ну, сама стойка, естественно. Вот. Так, поехали, короче, собираем, да, ставим. Фильтр
Вот он надевается довольно-таки плотненько, вот так вот он выглядит вместе с ним. Вот. Для того, чтобы пользоваться, начать микрофоном, нам нужно... Я так сейчас сразу делаю. Блин. Вот оно. Крепление. Нам надо подрубить сам шнурок. Шнур тут достаточно длинный. Вообще, как бы заверяет продавец, длина кабеля 1,60 м. Вот. Ну, где-то так и есть. Вот USB-шка. Вот Type-C. Type-C мы вот сюда. Вот. Прям микрофончик сюда. Раз. Блин, тут соскочило. Вот. А это непосредственно можем воткнуть в ноутбук. Как указано на сайте, подключаешь к ноутбуку и сразу его он обнаруживает. Мы это все попозже проверим. Вот я сейчас подрубаю его к PlayStation. Вот он загорелся. Все, в принципе, там произвести некоторые манипуляции на самой консоли. Можно сделать отдельно звук с микрофона и вывод на наушники. И наушники будут подключены голды, то есть тоже через беспроводные они будут. Вот, вот такие вот наушники. Они будут подключаться через этот адаптер Bluetooth, да. Вот, то есть выводим звук в наушники, а говорим через этот микрофон. Значит, смотрите, у нас тут есть сзади регулятор громкости. Вот он у меня стоит. Где-то сейчас, по-моему, на 50%, наверное, немножко подкрутил я. Так вот, вот даже можно поставить на 75%. Снизу еще есть вход 3,5. Это для того, чтобы слушать свой голос и можно было производить регулировку. Есть кнопочка, которая нас выключает его. Красненьким мы не работаем, зеленым работаем. Вот. И еще есть вот это вот тоже сенсорная, все сенсорные кнопки. Вот, ребят. То есть мы нажимаем и меняется у нас подсветочка микрофона, да. Сейчас попробую, давайте я как бы выключу сейчас освещение. Как это все будет выглядеть в темноте. Дополнительное. Так. Вот она. То есть можно отрегулировать. Тебе, да, будет интересно. Ну, допустим, пускай у нас будет она меняться. Это вот вроде бы, да. Вот. Это страна-производитель Китай у нас. Получается, основные параметры микрофона. Принцип действия. Конденсаторный, направленность, кардиоидный, то бишь он пишет самый лучший спереди, но хватает звуки сбоку и сзади. Вот, то есть если какие-то будут у вас посторонние звуки, он их будет подхватывать. Тип микрофона игровой, настольный, ну, можно использовать стойку журавль. Чувствительность 40 дБ. Минимальная частота 50 Гц, максимальная 20 тысяч. Тип подключения проводной, ведь без проводного подключения нет, отсутствует. Длина кабеля, как я уже говорил, 1,60 м. Поддержка балансного подключения нету. Разъемы Type-C, USB и джек 3,5 мм. Кнопка отключения есть у нас. Переключение режима в направленности нет. Выход на наушники есть. Гибкая ножка нет. Цветка есть. Стереозаписи нет. Слот для карты памяти нет. Антивибрационный подвес паук нет. Хотя я что-то думал, вот это она и есть.
которые на пружинках, на таких, на резиновых ножках, да, вот. Мне кажется, ну, не знаю, как бы сейчас читаю просто вам. Пантограф к нему не подключишь, вот тут написано, да. Так, плохо. Питание от USB, напряжение питания 5 вольт, ребят. В комплектации идет документация, кабель USB, настольная стойка под фильтр. Особенности сенсорное управление. Вот, ну вот как бы я вам так вкратце про него рассказал. В дальнейшем мы подключим, я покажу вам, как он себя ведет на консоли. Вот, в принципе, можно посмотреть последние стримы по Человеку-пауку второму. Вот, там уже идут стримы с помощью этого микрофона. Вот, в принципе, удобно. Мне больше, знаете, как бы еще очень понравилось то, что когда ты можешь микрофон, можно замутить, короче, с помощью кнопки на джойстике. Вот, то есть, да, нажал вот эту вот кнопочку, вот, загорается желтым, у нас мутится микрофон. Также можно его замутить и с помощью этой кнопки тоже. Тоже будет выключен и будет работать. Первое время использования я очень доволен, качество меня вполне как устраивает. Если вы будете его использовать на ноутбуке, то у вас там появится еще больше возможностей для его гибкой настройки через ту же самую, например, ABS, куда там, где можно поставить всякие там шумоподавления, короче, и тому и подобное. На консоли таких как бы настроек гибких нет. Я имею возможность добавить чувствительность микрофона на данной консоли в настройках ее и просто записать ролики с консоли, и мы посмотрим качество записи, качество микрофона. Так, ну давайте прорвемся и дальше посмотрим. Тест записи микрофона FiFi на 8. Вот, сейчас, как обычно. Ой, громко. Раз, два, три, четыре, пять. С паучком идем играть. Паутину раскидаем, всем бандитам наваляем. Вот, пробежимся.